Меня зовут Уладаев Хонгар. Я являюсь президентом Федерации конной стрельбы из лука Республики Калмыкия. Сегодня у нас проходит республиканский турнир по конной стрельбе из лука, весенний кубок. На нем принимают участие 13 человек. Вот, 11 парней и 2 девушки. Около 2 месяцев, вот с января месяца, вот первый раз я случайно опять же попал на соревнования, и я влюбился в этот вид спорта. Ну, это сейчас мы так называем вид спорта, а на самом-то деле это образ жизни наших предков. То есть мы возрождаем вот этот вид спорта, получается. И, так сказать, что мне понравилось, то что атмосфера очень такая хорошая сегодня на соревнованиях. Погода прям благоволит нам. И желаю всем, кто интересуется конной стрельбой, приходите заниматься, участвовать, принимать участие в соревнованиях. Это не только адреналин, да? Это, ну, такие моменты, когда связь с предками, говорят, вот, конные походы, стрельба из лука, конная стрельба из лука, это все, как сказать, все хотят, наверное, наши предки этого хотят, не только мы, но и наши предки. Цугар мендут, минерин бакур, ярчир кетназалу, баргасань гна хонгурмуда тирле, зургадан васин и кюн, бакур бил. Стал заниматься конной стрельбой, ну, посмотрел, взяв пример, наверное, с Хонгра Уладаева, следил за ним, наблюдал. Потом лично познакомился. 9 января у него на зимнем кубке попробовал, там занял 2 место. И так пошло, поехал, приобрел лук, стрелы, колчан. Сшил вот сегодня новый костюм, шил, кстати, первый день его одел. И этот, сшил костюм себе. Так как я занимаюсь лошадьми уже давно, как бы лошади есть, все для этого есть. И я думаю, что только желание надо. И все, и потенциал у нас большой в республике, имею в виду, в целом. Я думаю, что глядя на нас, сейчас и молодежь подтянется за нами, пойдет. И у нас целая армия будет завтра конных лучников. Зовут меня Баскунжиев Алексей. Занимаюсь я с января месяца конной стрельбой из лука. Недавно буквально приобрел коня себе, заказал лук, то есть стрелы. То есть я, ну, полностью, можно сказать, обмундирован для всероссийского соревнования. Мне очень сильно понравился этот вид спорта, потому что здесь все группы мышц, и это нашинская, как сказать, ну, в крови это все. И хотел бы пожелать всем нашим землякам, чтобы болейте, приходите, занимайтесь, ну, не оставайтесь в стороне. Мы всегда вас поддержим тоже. Верховая езда – это у нас у всех в крови на генном уровне. Генетическая память, генетическая память, так как и наш язык. Когда сидишь в седле, ездишь на коне, начинаешь вот эти моменты вспоминать.
генетическая память просыпается, соответственно, она не одна просыпается. И язык просыпается, хочется изучать историю, культуру нашу изучать хочется, традиции хочется изучать, говорить на родном языке хочется. И вот одно к одному, потом именно соревнования проходят, требования соревнований, национальный костюм. Если ты вот шил для соревнований, то уже для других мероприятий будешь одевать, на другие мероприятия. И я думаю, что много пользы от этого. Для чего сейчас создаем это? Хотим найти таких вот самородков, таких вот, которые, допустим, молодой, физически крепкий, сильный парень, хочет заниматься. Может быть, у него денег будет не так много, допустим, это. Да, который будет просто талантливый человек. Мы будем его всячески поддерживать. Федерация для этого существует. Ну, естественно, конечно, все наши сейчас ребята, все упакованы, укомплектованы, каждый покупает себе луки, стрелы, но я думаю так, появятся те ребята, у которых нет возможности, мы будем помогать. Команда канала ЗАН Онлайн благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо. Благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил. Реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео. С уважением, Максим Цыденов.